Доброго времени суток, дорогие детишки. Я прошу пардона, тут вообще не было времени ни на что, блин, совершенно. Поэтому все так произошло. Кстати, нихера не помогло отключить антиэлизинг, что-то он все равно тормит. Там, где тормил в целом раньше. В частности, на кейсе Райбике, например. Так, у кого из вас сейчас карта? Юзи. Ну, я перепрошел все, естественно, как можно догадаться. Да, выкидывай нахер. Я все еще не знаю, где код дурацкий от... Ну, это мы уже видели, поэтому... Нахер. Вот этой херни сзади на последнем вагоне. На подставке. Ну, я надеюсь, что он где-то будет. Потому что иначе... Кстати, а у кого из вас... Да, все правильно, да. Вот. В общем, будем посмотреть. Главное, что здоровье у меня убили. Должно хватить вроде как, ну, на два укуса. Вроде как, я надеюсь. Соответственно, может быть, я в этот раз пробегу. Ну и плюс надо будет метнуть все-таки в этих четырех ушлепков, блин, коктейль Молотова. Я не знаю, правда, сдохнут они от этого или нет, блин. И что там вообще произойдет. Так, может, я что-то пропустил? Нет, вряд ли. Так. Тут точно нигде не написано? А, два кода даже. То есть и в кабине, и сзади нужно. Ну, надеюсь, мне подскажут в таком случае. Ребекка останется. Кто же еще-то? Терминатор пойдет. У тебя место есть? Есть? Все нормально. Вот там под шкафом что-то валяется, я смотрю. И это патроны. Так. Положи это... на землю. Я просто не знаю, что потом-то будет. Нам дадут выйти, ну, побегать нормально по кабине, чтобы выйти пешком. Или что? А, там куча. А, это мои патроны, все правильно. Да, я хочу парабеллум. Патроны для парабеллума. Правда, жалко, что их... Да, вот так не получается. Хотя, что не получается? Можно сделать, например... вот так пока что. В комбине. Затем это сделать вот так. В комбине. И... Exchange обратно всю душнягу. И даже подобрать свои патроны. Даже не потерять при этом очень много времени. Ну как? Да, карточка. Экзамен. Что на ней написано? Девять ноль ноль. Что это? А, это 568006. Это код, может быть? Хер бы знает. Ебало. Так, сначала у нас было 4 зомби, поэтому эквип где-то. Ну, то есть сначала два этих ушлепка, но они-то ладно, их нужно обойти. По крайней мере, в ту сторону. А обратно я уже не знаю как. Разберемся. Я надеюсь. Что они какие-то... Может, они в бронежилетах сюда куча. Ну, они же солдаты. Зольдатен все-таки. Так что... Нет. Надеюсь, что с ними не надо ничего делать. Как бы ладно, оно, в общем-то, и пофиг, по большому счету. Блять. Ну, слушай, камера задолбала реально. Ёб твою мать-то. А еще этот мудак, я про него забыл совсем. Ну ладно. Ну давай. Давай все умрут. Давай все умрут нахер. Ну, только зомби желательно, конечно.
На нахер. Блять, да твою мать, что за нахер? Почему это так уныло работает? Пошел нахер от меня. Что это за херня? А им вообще похер, блин. Ну что за... Блин, и меня бесит то, что в половину вагона не видно. Ну ладно, мне придется потратить... А как? А что я потом буду делать? Я хер знаю, блядь. Они вообще не обратили внимания на... Ну, зашибись, тема, блядь. Блядь, ну он сейчас сдохнет. Так точно. Бля, ну что за херня? Почему так говёно работает, блядь, сраный Молотов? Я думал, они хотя бы все на жопу упадут, блин. А они вообще даже внимания на это не обращают. Зашибись тема, сука, блядь. Ну, с таким же успехом я тогда могу вообще, блин, просто забрать у этой дуры пистолет, понадеявшись, что она, блин, будет тут стоять, ее никто не будет трогать, блин, с полной обоймой. И без затей, блин, всех перестрелять. Ну, то есть нет, не перестрелять. Если сейчас... Как там было дальше? Дальше один ушлепок. Если я никого не попаду, я один удар могу выдержать. Следовательно, я забегу в толпу зомби, блин, типа протолкну их. Ну, чтобы меня покусали, я протолкну их. Они все упадут на жопу, соответственно. А в следующем вагоне я просто всех перестреляю, кто там есть. Один кондуктор, я надеюсь, там не больше. И все, блин. Потому что, блин, ну... Ну, я понимаю, что Молотов это не граната, конечно. Но я все-таки рассчитывал, что он как-то получше будет работать. Лучше бы гранат тогда уж дали, РГД, блин, это. Жалко, нету какого-нибудь движения, чтобы, ну, толкнуть пацанов. Типа вот, как они сейчас так сделали, только кнопкой это делать. Не давать им себя покусать, чтобы он потом их типа, там. А сразу, ну, там, с разбега, допустим, что-нибудь такое. Вот, ну, как-нибудь так. Очень не хватает. А, это вообще не кондуктор, это Старс. Упс. Живучая, сука. Ты не хочешь на жопу, например, упасть? Ты сдох там? Молодец. Блять, камера, кончай меня! Ёпта, не сдох. А, это еще один. Это другой кто-то, что ли? Эй, да в жопу ты пошел, в самом деле. Ай, там двое. Окей. Прекрасное решение, я считаю. Надеюсь, все. Я надеюсь, песики хотя бы не появятся. Или что-нибудь такое. Нехорошее еще. Песики там вроде все клетки были открытые, по уму неоткуда им взяться, наверное, да? Пока что похоже на то, тем более их тут всего две было. Так, а код-то какой? Там книжка какая-то у них была, может в ней код? Ну, в кабине у Ребекки. Да-да-да-да, я понял. Какой там был, что там сзади было написано? 568-006, 568-006, 568-006, 568-006, да не юзи, бля. Так, окей. Что это? Что? Тут даже нуля нет. А, я понял. Вот так вот даже, да. А чё так... Спасибо за пазл. Спасибо, что живой, ёпта. А без этого можно было обойтись? Ну, типа, зачем?
Это Билли. Я включил тормоза. Прием. Поняла. Я тоже включу тормоза. Что? Нет. Что? Да, прекрасно. Блять, а никак нельзя было? 2, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ха! Лохи! Ну вообще-то, все равно это гониво. В поезде не такой механизм тормозов. Ну, в смысле, примерно такой вот с этим рычагом. Примерно такой. Но без каких-то кодовых идиотских замков. Ну уж прямо вот, прямо уж он такой скоростной, да, что он столько, блин, пикетов проехал и не остановился. Гониво. Чего же у него такие тормоза-то плохие? Блин, тормозящие заставки мне откровенно надоели, блин. Какого хера не помогло? В прошлый раз помогло антиэлизинг, блин, отключить. А сейчас-то что? Ну, разумеется. Что еще мне отключить, чтобы, сука, заставки перестали тормозить? Пардон за невольные стихи. Это ж невозможно. Ладно, попробую еще что-нибудь потом. Ну да, и теперь мы опять разделены оказались, ну разумеется. А у Ребекки хоть что осталось-то вообще? Пистолет с тремя патронами и нож? Прекрасно. Вообще у вас так мало здоровья было у обоих, что вы должны были нахер отъехать после этого крушения, Ребекка. Я вам так замечу. Ребекка! Ребекка! Я здесь... А, ну окей, как вы это сделали? Вы вообще-то в разных углах вагона были. Ты в порядке? Эй, мы остановили поезд. Выпили фанты и тормознули поезд. Да уж, тормознули. Надо найти выход отсюда. Окей, теперь хотя бы... Окей, вот факт, ёб твою мать. А, окей, а без этого никак нельзя было? Бля, ну и что мне делать-то теперь? Ну что это за херня? Вы что, ёбнулись? Да твою мать, ну давай еще в управлении попутаемся, конечно. Ну, конечно, он сдох, блядь. Охеренно классно, блядь. Вы что, говна поели, бля? Какого хера сразу сходу 4 зомби? Я даже не успел сообразить, блядь, что этому мудаку надо отключить, блядь. Еще не, я не за него, блядь, с какого-то хера играю, блядь, а за Ребекку, блядь. Я даже никуда не успел определиться, куда мне, блядь, идти нахер. Вы что, ёбнулись? А если бы, блядь, я не сохранялся тут вообще никогда, блядь? Вот ленту я бы захотел сэкономить, блядь. Здесь, ладно, здесь я уже в итоге, блядь, решил, что я не буду 10 раз переигрывать одно и то же по 40 минут, блядь, геймплея, блядь. Давай сохранюсь перед кабиной, блядь. Ну что это такое, блядь, вообще? Вы ёбу дались или как, блядь? Гондоны ёбаные, блядь. Я не знаю, я два или три раза сдох даже, блядь, на этих 4 зомби сраных. Ну что это за хрень, блядь? Один раз потому, что, блин, они меня вдвоем укусили одновременно, они, кажется, еще и так умеют, блин. Второй раз потому, что, блин, я не смог их всех одновременно оттолкнуть. Третий раз то же самое, блин. В итоге пришлось потратить все, сука, молотого, блин, и писец, блин. Так, давай ты не будешь начинать стрелять, сука, блядская. Я хочу свалить отсюда нахрен. Покажите мне блядскую карту, куда я могу пойти, блин. Через всех зомби шикарная, блять, композиция. Бегом. Это я возьму, да. Блять, да я твою мать, да у кого, блять, место есть? Как меня задолбало уже это все с этим инвентарем, блин. Вы чё так мало места-то, блин? Ну чё ж 8-то мест хотя бы нельзя было дать? Пойди узнай, блин. Thank you.
А когда мне сохранится, мне вот интересно, после всего этого дадут. А? У меня здоровье ноль вообще. На один укус за жопу, блин, от любого говна. И что я должен, блядь, что? What the fuck вообще? А как они себе это представляли? Ну, типа, what the fuck? Они же сами знали прекрасно, что ленты ограниченное количество. Или это типа такая задумка, блядь, охеренная, переигрывать одно и то же по миллиону раз, блин. Из-за того, что я... Из-за того, что, блядь, я... Сейчас я, например, вообще не знаю, что дальше будет, блядь. Я в любой момент могу просто сдохнуть, блядь, неожиданно, блядь. Или потратить все патроны, что будет эквивалентно. Да, еще больше, сука, стало тормозить. Я, блядь, поставил 30 фреймов в секунду. Да, да, этот расследовательский центр Umbrella. Короче, поставил 30 фреймов в секунду и стал еще больше тормозить, сука, блядская. Может, надо variable поставить. Первый Джеймс Маркус. Этот самый генеральный менеджер. Что все эти люди? Она просто новичок, член Stars. А мужик, я его не знаю. Внимание, это доктор Маркус. Пожалуйста, заткнитесь, пока мы читаем девиз нашей компании. What the fuck? Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Да я распространил T-вирус в... What? В этом, блядь, в особняке. И на поезде тоже. Для того, чтобы отомстить зонтику. Это было бы все очень классно, если бы так жестко не тормозило. Я так и не понял, кто из них в итоге по рации говорил девиз компании. Он или эти два? Да, личинки Федора в количестве миллиона штук. И что теперь? Доктор Маркус? Доктор Маркус? Что-то не похож как-то. 10 лет назад доктор Маркус убила Umbrella. И ты им помог, не правда ли? Вы им помогли, точнее. Хе-хе-хе, what the fuck. Блять, реально надо найти, блин, каким раком сделать так, чтобы не тормозило. Меня это уже серьезно раздражает. Где я? Я вижу сейф. Я знаю ориентир, блядь. Зашибись тема вообще. Но мне ничего другого не остается, кроме как взять и сохраниться. Да. Ну, блядь, ленты зато я сэкономил, дай боже, блин. 5 штук аж у меня их теперь. А было бы 3. Было бы 3, потому что я бы сохранился больше. Как минимум, ну, не 3, может быть, 4. Я на один раз больше должен был, по идее, сохраниться. Вау. Да это не как здоровье. Да это ж просто чудо какое-то новогоднее, ёпта. И, ну, конечно, мы били будем лечить, а кого же ещё-то, блин? Что значит, блядь, нет? Иди ты в жопу, хватит, блядь. Отдай это говно, блядь. Блядь, как же мало места, это ж писец. Ну, а вероятно, я не знаю, что я могу выкинуть. Хукшот, может быть, я могу выкинуть пока что. Ну, я понимаю, что это хаб, то есть, видимо, здесь у этого... У сейва я могу выкинуть довольно много вещей, чтобы места не занимать. Патронов для шотгана у меня нет, например, я могу без задей взять и выкинуть. Откуда у тебя красная трава взялась? А, ну да, правильно, я там у зомби ее подобрал. Так, вот это мы оставим. Затем мы заберем у тебя шотган и оставим его тоже. Yes. БХС. А вот это все мы пока оставим как есть. Впрочем, траву тоже выкинем. Потому что у меня нет другой еще травы. Какой-либо. Какой-либо. Хавай.
Так, ну и поскольку это хаб, я надеюсь, что прямо в этой комнате никто не будет нападать на Ребекку. Это, конечно, радует, что дохренища патронов вы мне дали целых... Бля, я все время забываю. Не комбайн, блин. Комбайн потом. Не 25. Ну ладно, 10 пока и хватит. На Ребекку никто не будет нападать, поэтому я оставлю ее здесь. Потому что она еле живая и вообще нахер мне не нужна. Пока что. Ну. Давай сохранимся. Yes. Ибо нахер. Ибо нехер. Ибо вообще. Ну вообще это, блин, был, конечно, тот еще пассаж, блин. С установкой 4 зомби строго после поезда. Давай, пойди разбери, блин, успей там, блин. С этой камерой, со всеми делами. Да-да-да-да. Молодец. Все, стой тут, я пойду на разведку. Естественно, закрыли немедленно двери. За нами. Ну, это, в общем-то, говорит о том, что мы... За нами никто не выйдет. Сзади. Как мы сюда попали? Отсюда мы вылезли? А, то есть за нами никто ничего не закрывал. Окей. Тут хотя бы места побольше. Вероятно, я смогу как-то пролавировать между сраными зомби, блин. Где-то. Вероятно, не везде, конечно. Например. А они, наверное, не сразу и появятся по уму. Надо ждать передохнуть игроку-то после того, что на поезде происходило. Это же какой-то лютый вообще ад и писец. Израиль. Зеркало, да, даже... Даже хорошо работает. Шикарная композиция. Еще трава в иллюминаторе. А в сортире, небось, будет зомби сидеть. Траву мы, конечно, всю соберем и сложим ее где следует. О. А вот бензяк вы можете засунуть себе, знаете, куда, блин? Судя по тому, как херово работает. Ну, хотя, ладно, я возьму ее. Раз у меня... А я думал, что у меня место уже кончилось. Видимо, нет. Судя по тому, как херово работает молотов, типа, делает вообще ноль дамага. Я не знаю, может... Пошел ты нахер, говнодемон! Тут еще не хватало с тобой тут биться, блин. А сейчас разбег только возьму, епт. Идиот. Ты же выходить не умеешь. Я надеюсь, что мне в сортир в этот не надо будет никогда больше заходить. А, опять, блядь. Замка, говорит, нету, но верхняя часть инкрустирована изображением. Часов. What the fuck, а чё вы просто из воздуха появляетесь? Я не могу понять. А, пойди разбери. Let's regroup. Roger. Иди сюда. I'll go alone. Okay. Так. Ах, нихера себе. Аж на 6 бензяки. То есть для 6 коктейлей. Ну-ну. А хера толк-то. И если они все говно. Зачем я это, кстати, делаю сейчас? Я все равно буду загружаться. Впрочем, ладно, я... Ну да, я все равно буду загружаться. Вот, сожри. Но это не значит, что ты со мной пойдешь. Ты со мной не пойдешь. Заодно мы пока вот я тут так туда-сюда брожу, узнаем, могут ли те парни, говнодемоны, переходить через двери. Окей. Окей, пацаны, нахер вы идите. Так и знаете. Есть что в этой комнате? Ни хера нет. Где вы сейчас находитесь территориально? Ага. Мужик? Мужик? Нет? Ну и нахер вы пошли.
Приятно, что можно зомби оббежать хоть какой-то веке, блин, а? Не получая по лицу, блин, сразу при этом. Down. Get down! Get to the chopper! Чё там на стене написано? Ничего? Окей. Окей. Блять, никак не дают мне мимо пробежать. Ой, ладно. Что это? Ладно, потом разберемся. Эй, блять, ну а и как я должен был успеть на это среагировать? Бляди вы сраные. Ну да, конечно, два укуша. О, ёпта. Здорово. А ты шотган? И что это? Я не знаю. Ладно, шотган похер, мне все равно. Бежать это. Я всего лишь разместил объяву. Потом посмотрим. Ну, я знаю уже, что мне нужно три места, чтобы все это собрать. Я думаю, я смогу второй раз пробежать так, чтобы никого не задеть. Блять, ну кто ты еще? Блять, как же вас много? Так, куда я вышел-то вообще? В закрыто. А как тут закрыто? Блять, пацаны, серьезно. Какого хера вас так много? А чё вас так много-то, бля? По четыре мудака, блин. А, отлично. Со спины чё, больше дамага, что ли, делают? Я хотел всего лишь посмотреть, что это за дверь закрытая, блин. Это ж просто какой-то писец. Это то, что на харде я играю, типа их так дохерища. Или что происходит вообще? В первой части, по-моему, так не было. Типа, они просто были не в количестве, а в качестве лучше. Давай вариабл попробуем, что ли. Я не знаю, что ещё, блин. Текстур quality уменьшить может. Может поможет. Не знаю. Ну, как-то перебор, мне кажется, нет? Никому не кажется, что перебор, блин. По 4 зомби там из серии в каждой комнате, блядь. Ну что это за хрень-то вообще? Это прям как Resident 4, только патронов нет нихера, блядь. И здоровья нет нихера, блин. В 4-м их там было миллион, да. Но там было и патронов миллион точно так же. И всего остального миллион. Чё-то здесь нечисто. Чисто геморроя, блядь, я заполучу с этой игрой, блядь. Больше тонны. Больше 9000 тонн даже, я бы даже сказал. Вот так бы даже я сказал бы, да. Печаль. Печаль, грусть, ёпта. Блядь. Ну, ладно. Не, ну, ладно. Нет, а если они думают, что я ее не пройду... Ну, раз разработчики и типа сдамся, то хер вам по всей морде, блин. Я буду пафосно превозмогать. Просто у меня на это время не уйдет дохерище и больше, блин. Неважно. Соответственно, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге, даже по предложению. А секса для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.